Так, ну и сойдет. Спрингфилд не щупал, но набит слишком мощно, чтобы быть правдой. Единственное, что его спасает, 6, вроде бы 6 дополнительных у него там выстрелов, да? И 124 урона. Если бы он еще и шотал в тело тех, кто упал, было бы вообще жопа. Да и так жопа, судя по роликсам. Слишком быстро стреляет, так нельзя. Через пару лет обновления они просто введут пулемет Максим на тележке. Так, еще раз пробую найти хоть кого-нибудь. А сколько до хрена это тот аккаунт не прокачанный, а этот вообще. Где? Во, первый уровень. А до Спрингфилда сколько? 14 22 25. И вот 25. Мне больше интересно, не на Жакан, а вот на вот этой вот штуке. С этого я бы пострелял. Вот по кому из них, блин, не регало? Пять раз. Пять раз был хедшот, который в чела просто не залетел. Ну и что я должен думать? Кроме того, что хант говна, конечно же. Эффективная дальность 150 метров, там точно было меньше. Ладно, даже если бы больше, пуля исчезает на 500 метрах, должна была хотя бы хитмарк прилететь. Типа я в него попал хоть куда-нибудь, но нет.